здравствуйте, мои дорогие. Как я и говорил, в этой рубрике «Дельные вещи» буду рассказывать о тех вещах, которые меня заинтересовали для лодки. В этот раз поговорим вот о таком насосике. Он очень простой. Эта часть опускается в канистру, а эта часть опускается, например, в ваш бак. Качнули, и все, пошло-поехало. Покажу, как это действует. Итак, смотрим, как работает эта штука. Все очень просто. Опускаем. Нажимаем несколько раз. Ну и видим, как вот все льется. Чтобы это дело отключить, здесь есть наверху такая вот крутилочка. Открутили, воздух попал в систему, все не работает. Соответственно, перед тем, как снова начать работу этой вещи, этой помпы, закрутить надо наверху, ну и опять несколько раз качнуть от души. Все, опять все поехало. Выключаем. Вуаля!